Всем привет! Сегодня 30 октября. Вот вылетели птенцы все. Сейчас там вставочку сделаю, когда они только там вылазили. Вот все вылетели, все нормально. Вон уже бегают, что-то таскают там. Вот такие вот крокодильчики. Два зеленых. Один, второй и три желтеньких. Там два желтых с одного уровня, там другие. Сейчас посмотрим у синих там. Птенцы подросли, нет. Так вот, у синих два неоплода и два вот здоровеньких. Сейчас им одену кольца. Так, сейчас вот у этих желтых надо посмотреть, что у них там. Вот одел колечко одному синему. Сейчас оденем другому. Сколько дней, 7 или 8. Так вот, колечко сейчас оденем. Надел вот второму птенцу, все, отправляю их обратно. Вот это от синей пары у меня из 4, а из 5 яиц 3 было птенца, один умер, 2 уже большеньких, 2 не вылупились. Здесь еще снесли, это уже желтая пара. Там кто-то что-то нанес, мне пустое. Так, сейчас у этих посмотрим, что тут. Так, здесь 6 яиц. Сейчас посмотрю, оплод нет. Да, там оплоды. Посмотрим, на днях тоже должны вылупиться. Вот такая малышня здесь. Носит, летает во все. Он что вытворяет уже. Наполовину вылез. И все, раз, и боится. Зелененький мордаху свой вытащил. Но думаю, сегодня приду, они уже все повылетают. Один он смелый самый вылетел. Давай, вылетай. Кого ждешь? С одной стороны желтенького кормят, с другой зелененького. Самочка сейчас пророст есть. Сейчас пойдет птенцов кормить, которых я кольцевал. Один птенчик. Он еще такой до конца не оперившийся. Но он себя хорошо чувствует. Все. Остальные такие нормальные.
носятся там. Родители кормят их, все хорошо. Первый раз и удачно все. Вот они толпой сидят. Зелененькие. Наверное, сегодня вот эту желтую пару старую сажу. Пусть перелиняет. Потом весной обратно сюда закину. Вот эти еще птенцов не выкормили, уже опять брачный танц. На ушнях один ободранный какой-то. Но он оперится. Не хочет кормить. Желтый какой красавчик тут распелся. Вкусняшки пошли кушать. Мамка кормит. Еще один прилетел. С одной стороны желтенького кормят, с другой зелененького. Подкармливает своих птенцов. Там синие запищали, их кормят. Вон куда залез, тоже просит. На этом, наверное, все.
Погодка сегодня у нас прекрасная. Солнечно. Сейчас пойдем с собакой гулять. Все, всем пока.